Фишт обязан соответствовать стандартам FIFA. Реконструкция как раз и заключается в том, чтобы и поле, и трибуны, и технические помещения, а также раздевалки для спортсменов сделали такими, как того требуют стандарты Международной федерации футбола. Но прежде всего увеличится вместимость стадиона. Во время зимних Олимпийских игр он принимал до 40 тысяч человек. Ну а после реконструкции сможет разместить до 45 тысяч зрителей. Регулярно инспектируют стадион представители FIFA. В следующий раз делегация прибудет на курорт летом. Делегация FIFA, которая была, она осталась удовлетворена визитом, своим состоянием объекта. Мы готовимся к встрече делегации FIFA в июле месяце. На сегодняшний день тоже на совещании были рассмотрены те виды работ, которые были обещаны делегации завершить срок до июля месяца. Нет никаких оснований на то, чтобы они не будут выполнены. Сроки завершения реконструкции остаются прежними – ноябрь 2016 года.